Прекрасные имена Аллаха. Знаете ли вы, кто сотворил вас? Кто наделил вас этим телом? Придал цвет вашим глазам и волосам? Кто предопределил ваш рост и цвет кожи? Кто создал вас и всех людей? Небеса, землю и все живые существа, обитающие между ними? Кто установил порядок расположения планет, солнца и звезд в бескрайних просторах космоса? Пожалуй, большинство людей даст один ответ на все эти вопросы. Нас сотворил Аллах, что, несомненно, будет верным ответом. Но насколько хорошо мы знаем Всевышнего Аллаха, который сотворил нас и всю Вселенную до самых мельчайших ее деталей? Этот фильм был подготовлен для того, чтобы приблизиться к познанию нашего Господа, который очень близок каждому из нас, как сообщается в Коране. Он ближе к любому из людей, чем его сонная артерия. Мы стремились узнать о наипрекраснейших именах Аллаха, о которых Всевышний сообщает нам в Коране. Цель этого фильма в том, чтобы люди могли по достоинству оценить Всевышнего Аллаха, обладателя беспредельной мудрости и мощи, и через осознание имен Всевышнего могли стать в душе еще ближе к Нему. Аль-Ау-Уаль. Первый. Он и первый, и последний, извечный и бесконечный, явный и сокровенный, и Он ведает обо всем сущем. Как вы полагаете, существовало ли начало Вселенной? Несомненно, люди искали ответ на этот вопрос многие века. Те, кто смогли осознать, что у этого совершенного устройства мира есть единый Создатель, уверовали и в существование начала Вселенной. Но некоторые не пожелали признать существование Творца и выдвинули утверждение о том, что Вселенная не имеет начала, то есть является извечной и не имеет конца. Однако достижения современной фундаментальной науки со всей очевидностью доказали глубокую ошибочность подобных утверждений. До недавнего времени научный мир выдвигал всевозможные теории о возникновении Вселенной, но сегодня ученые всего мира пришли к единому заключению. Факт, который в сравнительно недалеком прошлом был установлен астрономией, привносит ясность в существующее положение. В 1929 году американский астроном Эдвин Хаббл обнаружил, что Вселенная беспрерывно расширяется. Исходя из этого факта, ученые сделали одно очень важное заключение. Если начать обратный отсчет времени, то расширяющуюся Вселенную можно представить в виде сжимающейся системы, к примеру, уменьшающейся гигантской звезды. В таком случае мы приходим к заключению, что постоянно сжимающаяся Вселенная в итоге достигнет объема одной точки. То есть началом Вселенной стало раскрытие и расширение одной единственной точки в результате колоссального взрыва. Исходя из приведенных расчетов, были сделаны вычисления, показавшие, что Вселенная, в которой мы живем, вне сомнения имеет свое начало. Следовательно, она была сотворена Всевышним Создателем, обладающим беспредельной мощью и знанием. Тогда как обладатель этой беспредельной мощи есть Всевышний Аллах. До того, как были сотворены все живые существа, планеты, галактики, словом, вся эта Вселенная, и до того, как стала существовать сама категория времени, существовал лишь Он. Ибо Он первый, извечный. Аль-Адль, справедливейший, повелевающий справедливость.
«О вы, которые уверовали, будьте стойкими перед Аллахом, исповедниками по справедливости. Пусть ваша неприязнь к некоторым людям не отклоняет вас от справедливости. Вершите справедливость, она ближе к благочестию. И бойтесь Аллаха. Поистине Аллах сведущ о том, что делаете вы». Аллах – справедливейший из вершащих справедливость. Его правосудие охватывает всю вселенную. Он покажет своим рабам свою высшую справедливость и в этом мире, и в мире последующем. Для Аллаха нет ничего неизвестного. Взор его постигает все тайное и явное в самой сути и истине, и поэтому дела его мудры и справедливы. Все деяния людей в мирской жизни будут оценены в судный день беспредельной справедливостью Аллаха. Аллах сообщил нам в Коране о том, что ни одно нечестие несправедливых не останется без воздаяния, и ни одно благое слово не будет обойдено вознаграждением. Добро и зло не могут быть равны перед Аллахом, и Он рассудит между ними по справедливости. Обителью, где беспредельная справедливость Аллаха проявится в самой явной степени, является жизнь последующая. Поистине Аллах не забывает ни о чем, и Он верен своим обещаниям. Каждый человек, без исключения, непременно получит в последующей жизни воздаяние за все содеянное им в жизни ближнего. Те, кто в этом мире творили бесчестие, испытают свою кару. Те же, кто уверовали во Всевышнего Создателя и вершили благое, несомненно, получат от Аллаха лучшее воздаяние за свои деяния. Аль-Афув, обладающий беспредельным прощением. Будете ли вы вершить добро в открытую или сохраните его в тайне, или простите зло, поистине Аллах прощающий, всемогущий. Человек по своей природе склонен к заблуждениям и совершению ошибок. Каждый миг своей жизни он может питать неправедные мысли, принимать неверные решения или даже проявлять неподобающее поведение. Но Аллах, сотворивший человека и знающий обо всех его недостатках, милосерден и прощающий. Не будь этого великого прощения Аллаха, ни один человек не смог бы обрести будущей жизни в раю. Но нельзя забывать о том, что Аллах прощает лишь искренних рабов своих. Главное, чтобы человек, искренне осознавая свое бессилие перед волей Аллаха, покаялся в содеянных ошибках и заблуждениях и не совершал их впредь. Аллах простит прегрешения людей, искренне обративших себя к Нему с раскаянием, и одарит их своей милостью, ибо, как сообщается нам в Коране, «Воистину прощение Аллаха тем, которые совершают дурной поступок по неведению и вскоре раскаиваются». Аллах принимает раскаяние таких. Воистину Аллах всезнающий, мудрый. Аль-Алим, сведущий обо всем. Поистине Аллаху известно все тайное в небесах и на земле. Истинно Он знает про то, что таится у вас в груди. Аллах обладает знанием о небесах, земле, обо всех живых существах между ними, обо всех законах, действующих во Вселенной, о каждом событии, происходящем в любой миг, поскольку Аллах Создатель всего этого безупречного порядка. Более того, знание Аллаха безгранично. Он одновременно знает о тех, кто родился и умер в мире, или о числе листьев, опавших с каждого дерева на планете, в
то же время он осведомлен об особенностях каждой из миллиардов звезд, расположенных в миллиардах галактик, и обо всем, что мы не в силах даже перечислить здесь. Аллах знает одновременно о каждом событии, происходящем на Земле, и о событии, происходящем в космосе, также обо всех свойствах живых существ, закодированных в клетках миллиардов людей, животных и растений на планете. Один из аятов Корана гласит: «У него ключи к тайному, знает о них только он. Знает он все, что на суше и на море, и не падет даже лист с дерева без его ведома. И нет ни зернышка во мраке земли, ничего-либо свежего или сухого, о чем бы не было сказано в ясной книге». Есть тайна, о которой человеку не следует забывать никогда. Наряду со всеми перечисленными здесь деталями, Аллах знает все, что происходит внутри человека, все его мысли, все его тайные или явные поступки. Человек в неведении полагает, что о его внутренних чувствах, мыслях, проблемах знает только он сам, но это большое заблуждение. Аллах властен над каждым уголком этой вселенной, равно как он обладает и знанием обо всех тайных и явных сторонах жизни человека. Аль-Азим, Всевышний, Великий. Ему принадлежит то, что в небесах и на земле. Он Всевышний, Великий. Величие и могущество Аллаха, несомненно, намного превышает границы понимания человека. Но в пределах дарованного нам разума человек все-таки имеет возможность постижения безграничности, силы и могущества Создателя. Даже если чуть пристальнее присмотреться к окружающему миру, то и этого будет достаточно, чтобы почувствовать силу и мощь Творца всего сущего. Небеса, переносящие многотонные массы облаков, горы, что возвышаются ввысь на тысячи метров, океаны и леса, недра, которые таят в себе изысканное великолепие миллионов разновидностей живых существ. Эти и иные бесчисленные детали, перечислить которые здесь мы просто не в силах, являются ясными свидетельствами величия и милости Всевышнего Господа к людям. И человек, который с минуту-другую поразмыслит над всем этим, не сможет не понять, что вся наша благодарность и служение могут быть обращены только к нашему Творцу, тому, кто сотворил колоссальную Вселенную, во власти кого находятся миллиарды галактик, каждая из которых заключает в себе миллиарды звезд, то есть Всевышнему Аллаху. Аль-Бари, Творец, Создатель. Он, Аллах, Творец, Создатель совершенный, дарующий облик и форму. У Него самые прекрасные имена. Славит Его все, что в небесах и на земле. Он великий, мудрый. Все во Вселенной исполнено неповторимой гармонией и соразмерностью. По мере развития науки во всех ее отраслях и с открытием все новых, доселе неведомых нам систем и деталей существования жизни на Земле, эта гармония становится все очевиднее, но и непостижимее человеческим разумом. Каждая система, существующая во Вселенной, является проектом высшего разума. Обладатель этого высшего разума сотворил все сущее в порядке, к
который вызывает глубочайшее неподдельное восхищение. Все небесные тела во Вселенной, миллиарды живых организмов, обитающих на нашей планете, продолжают свое существование в удивительной гармонии и порядке, который царит в природе, не нарушаясь ни на секунду, вот уже миллионы лет. Восхитительная гармония всех законов Вселенной и всех живых существ, населяющих нашу планету, служит ясным свидетельством непревзойденного искусства творения жизни Аллахом. Аль-Джаббар – могущественный, обладающий силой вершить свою волю. Он – Аллах, нет божества кроме Него. Он – повелитель, пресвятой, дарующий мир, верный, хранитель, всевышний, могущественный, превознесенный. Хвала Аллаху! Пречист он от того, что неверные предают ему в соучастники. Гордыня и превознесение перед Всевышним Создателем есть величайшее из заблуждений людей. Причина же гордыни сокрыта в невежественных мыслях человека, считающего себя существом, независимым от воли Творца. На каком-то этапе человек начинает полагать, что некоторые его особенности и черты происходят не от Аллаха, а от него самого. Хотя подобные мысли – величайшее из невежества. Даже немного поразмыслив, человек легко осознает, что он появился на свет не по своей собственной воле и не знает, когда наступит конец его жизни, и что ни одна из его физиологических или душевных особенностей не дана ему согласно его собственному выбору. Перед лицом этих истин становится совершенно ясно, сколь бессмысленна и невежественна гордыня, питаемая некоторыми из упорствующих в неверии людьми к своему Создателю. Каждый из нас должен осознавать беспредельное величие Аллаха, сотворившего все сущее из небытия, помнить, что дарителем всех благ и возможностей, которыми обладают люди, является также Всевышний Аллах. Более того, человек не должен забывать ни на миг, что Аллах волен лишить каждого всех благ в любое угодное ему время. И все живые существа неизбежно смертны. Единственным абсолютно бытийствующим является лишь Аллах. И долг человека – повиноваться его воле, ибо человек был сотворен Всевышним только с этой целью. Аллах в любое угодное ему время волен принудить покориться ему сердца всех тех, кто несправедливо превозносится перед ним, не желает понимать своего совершенного бессилия перед Господом миров и отрицает знамение его. Аль-Хак – истинный, чье существование неизменно. Это так, несомненно, ибо Аллах – высшая истина, а то, что вы призываете помимо Него – ложь. Истинно, Аллах Всевышний, Великий. Время и пространство, равно как и все сущее, являются сотворенными понятиями. Тогда, когда еще не было ни времени, ни пространства, мир материи был сотворен из небытия волей Всевышнего Создателя в единый миг, в котором позднее и сформировались категории времени и пространства. Если начать перемещаться во времени в обратном направлении, то рано или поздно мы столкнемся с пределом отсчета времени, переступить который нам будет не под силу. Этот предел есть момент сотворения Вселенной. Более того, ученые даже смогли установить этот рубеж, который начинается с 10 в минус 43 степени
доли секунды от момента сотворения Вселенной. Определение категории времени и пространства до этого момента времени не представляется возможным, то есть существование началось с этой временной точки после Большого Взрыва. Перед нами предстает измерение, в котором не существует ни времени, ни пространства. Судя по тому, что две эти категории, в рамках которых существует человек, были сотворены в определенное мгновение, то до мига их сотворения существовали без времени и без пространственности. Создателем же этих двух понятий, выйти за рамки которых человек абсолютно бессилен, является Всевышний Аллах. Он существует вне всего сотворенного им. Аллах превыше времени и пространства, ибо существование Его извечно и неизменно. Единственной абсолютной истиной является только лишь Аллах, а все остальное во Вселенной возникло по Его повелению и слову «Будь». Аль-Кахар – карающий, побеждающий, одерживающий верх и властный над всем и вся. В тот день Господнего суда, когда земля будет заменена другой, когда небеса также будут заменены, и все люди предстанут перед единым, карающим Аллахом. Всевышний Господь волен отводить от людей невзгоды, но Он волен также и карать их великим наказанием. В Коране Всевышний сообщает нам многие истории народов древности, поверженных в небытие, ниспосланы на них карой Аллаха. Крупнейшие цивилизации в одночасье исчезали с лица земли, застававшими их врасплох природными стихийными явлениями. Всевышний карал их за богохульство и отрицание истины и милости своего Создателя, надругательство над пророками, ниспосылавшимися к ним для увещевания и упреждения отвершимых ими бесчестий против Аллаха. Но участь народов древности, упомянутая в Коране, это лишь примеры воздаяния, которое Аллах низводит на неверных в мирской жизни. Самой же ужасающей карой станут вечные страдания в жизни последующей, в которые будут ввергнуты все те, кто взамен на бесконечную милость Аллаха отрицали Его могущество, не знали благодарности за беспредельные милости Его и сеяли зло на земле. Аль-Куддус – Пресвятой, не ведающий ошибок и недостатков, чистейший. Хвалят Аллаха те, что в небесах, и те, что на земле, повелителя, пресвятого, преславного, мудрого. Аллах – единственный Создатель всего, что находится на земле и в ее недрах, в небесах и морях, в бескрайних просторах космоса. Совершенный порядок, бесчисленное множество законов и удивительная гармония, которые встречает человек при изучении окружающего его мира, есть неповторимый шедевр творения жизни Всевышним Аллахом. Ему подчинены миры, воспринимать и познавать которые человеку не дано, ибо мы можем знать лишь то, что дает нам узнать Аллах. Как гласит нам аят Корана, «Воистину Аллах сохраняет каждый миг своей мощью от разрушения небеса и землю. А если бы они разрушились, то никто другой, кроме Него, их уже не сохранит». Творцом и охранителем всего сущего является Всевышний Создатель.
Человек же всего лишь раб Всевышнего Господа, совершенно бессильный перед Его волей. Человек бесконечно ошибается, забывает, заблуждается, впадает в невежество. Люди беспомощны как в телесном, так и в духовном плане. На протяжении всей своей жизни они вынуждены следить за своим организмом, беречь его от болезней и усталости. Если они немного переутомят свое тело, оставив его на несколько дней без сна или лишь на один день без воды, то окажутся в совершенно беспомощном состоянии. Человек сотворен немощным, а наш мир устроен полным многих изъянов и недостатков. Но это сотворено неспроста. Человек, размышляя над окружающей его жизнью и видя ее несовершенство, осознает и свою полную зависимость от воли Создателя. Тогда как Создатель всего сущего, обладающий наипрекраснейшими именами, коим является Всевышний Аллах, превыше всех этих недостатков. Маликуль Мульк – единственный и абсолютный повелитель всего сущего. Скажи, о мой Аллах, повелитель царства, ты даруешь власть, кому пожелаешь, и отнимаешь власть, у кого пожелаешь, и возвеличиваешь, кого желаешь, и унижаешь, кого желаешь. В твоей руке благо. Ты ведь над каждой вещью мощен. Все, что вы сейчас видите вокруг себя, имеет своего Создателя и Повелителя. К примеру, кресло, в котором вы сидите, состоит из атомов, сотворенных также волей Создателя. Цветок в горшке растет благодаря солнечным лучам, воде и иным условиям, которыми его наделил его повелитель. Море, виднеющееся из окна, и все обитатели его глубин находятся именно в этом месте согласно воле своего Господа. Все сущее во Вселенной принадлежит Всевышнему Аллаху, Господу всех миров. И даже ваше собственное тело, совершенно независимо от вас, находится под надзором вашего Творца. Все ваши жизнеобеспечивающие органы, кровеносные сосуды, ваша нервная система, словом, каждая клетка организма есть шедевр творения высшего знания и беспредельной мощи вашего Творца. Ни одна из вышеперечисленных особенностей не спроектирована согласно вашему желанию и не сотворена вами лично. В тот миг, когда вы появились на этот свет, вы уже обладали превосходными системами жизнеобеспечения вашего организма, даже не подозревая об их существовании, с окружающим вас миром и даже со всей Вселенной, которые находились в полной гармонии с вами. Но ведь прежде вы не обладали абсолютно ничем, и даже сейчас вы не сможете создать себе сами такое же или иное тело по собственной воле. И эта истина действительно для всех людей в мире. В таком случае власть над всем и вся принадлежит нашему Создателю, повелителю всего сущего, Всевышнему Аллаху. Ар-Рахман, Ар-Рахим, всемилостивый, воздающий вечными благами тем, кто с добром использует дарованные им мирские блага. Он Аллах, нет божества кроме Него. Он знающий тайное и явное. Он всемилостивый, милосердный. Всемилостивый Аллах проявляет нам свою милость во всем видимом и невидимом в этом мире. Она охватывает собой все сущее. Человек продолжает свое существование благодаря бесчисленным видимым и невидимым благам. К примеру, волею Аллаха ежедневно произрастают из земли миллионы семян,
Гигантская подземная масса с температурой в 4500 градусов остается покрытой слоем плодородной почвы, низводятся с небес тонны кристально чистой воды. В то же время он наделяет пропитанием миллиарды живых существ на этой планете, создает кислород, ежесекундно наполняющий наши легкие, и окружает свои творения бесчисленными жизнетворными благами. Аллах, тот, кто сотворил каждую из 100 триллионов клеток человеческого организма, определил и обучил эти клетки их функциям, разместил в их ядрах молекулы ДНК, каждая из которых содержит в себе информацию объемом в 1 миллион страниц, возложил ответственность за образование системы клеточного обмена на молекулы белка, жира и воды, помещенных в пространство меньше 1 кубического миллиметра. Посредством всего этого наделил человека жизнью и ежесекундно поддерживает его существование. Все люди, начиная с момента попадания семени в материнское чрево, вплоть до смерти и прекращения существования в этом мире, живут лишь благами, сотворенными Аллахом. Среди людей есть те, кто, видя эти бесчисленные блага и осознав цель своего сотворения, всей своей жизнью стремятся к служению Ему и исполнению Его предписаний, вознесению благодарности за дарованную жизнь. Но есть и такие, что указывают невежественную неблагодарность и горделиво отворачиваются от Его знамений. Но Аллах проявляет ко всем людям свое имя Ар-Рахман, Всемилостивый. Неверующий также пользуется всеми явными и тайными благами, будь то воздух, вдыхаемый ими, или вода, без которой жизнь невозможна. Аллах наделяет имуществом, красивыми жилищами и детьми для продолжения их рода и верующих, и неверных. Он дарует всем пропитание, здоровье, силу и красоту. Это и есть проявление одного из имен Всевышнего Аллаха – Ар-Рахман, то есть Всемилостивый. Аллах дает возможность пользоваться всеми благами неверным, ибо, может быть, и они начнут размышлять о смысле и сути окружающей их жизни и обретут веру, вознеся благодарение Всевышнему. Но не следует забывать, что тот, кто упорно отрицает знамения Аллаха и отворачивается от веры в Господа, может пользоваться благами Всевышнего лишь в мирской жизни, тогда как все блага жизни последующей принадлежат верующим, которые использовали данные им блага в этом мире только для обретения довольства Создателя, приближения к постижению Его милости и были Ему благодарны. А это уже проявление другого имени Аллаха – Ар-Рахим, означающего «милосердный». Ар-Раззак – наделяющий пропитанием, дающий благо на пользу людям. Ведь Аллах – податель надела, обладатель силы, мощный. Воистину, Аллах – тот, кто дарует нам пропитание. Он могущественный, всесильный. Аллах, обладающий беспредельной милостью к своим рабам, наделяет людей жизнью на земле, создавая для них неисчислимые блага. К примеру, земля дарует человеку множество плодов и злаков. Даже если человек не обрабатывает ее, из нее произрастают всевозможные, прекраснейшие фрукты и овощи, многоцветие которых радует взоры и сердца. Недра истинно черных морей изобилуют тысячами различных по виду и вкусу рыб. Все это даруется людям Аллахом, проявляющим в этом еще одно из имен своих – Ар-Раззак, означающее «наделяющий пропитание».
Аллах наделяет людей всеми перечисленными благами в мирской жизни. В раю же, где существует жизнь в полном понимании этого слова, для верующих уготовано гораздо более прекрасно. Так что в 17-м аяте суры «Поклон» священного Корана Аллах упоминает людям о превосходстве райских благ для людей верующих. «Не ведает ни одна душа, что скрыто для нее из услады глаз, в награду их за то, что они творили». Аш-Шафи, исцеляющий. А когда я заболею, он меня исцеляет. Одним из жизненных испытаний, когда человек сильнее и ярче всего осознает свое бессилие и беспомощность положения, являются дни болезни. Для того, чтобы человек сполна испытал и осознал свою немощность, Аллах сотворил тысячи всевозможных болезней, каждая из которых оказывает на человека отличные друг от друга физические и моральные влияния. Но каждая из болезней является еще одним из свидетельств беспредельной мудрости сотворения жизни. Задумайтесь, ведь, к примеру, микроскопический, невидимый невооруженному глазу вирус способен порой изменить внешность человека до неузнаваемости, привести его к гибели. Или микроб, попавший в организм, иногда не поддается даже обнаружению, но может стремительно сокрушить его изнутри. И это одно из самых ясных свидетельств могущества Аллаха. Для того, чтобы уничтожить один лишь вирус, тысячам ученых потребуются многочисленные испытания и опыты. Одно это говорит о безграничности знаний в творениях Всевышнего Господа. Болезнь дается человеку волею Аллаха, а потому исцеление от нее зависит также только от его волеизъявления. Аллах, если пожелает, воплощая одно из своих имен Аш-Шафи, означающий «исцеляющий», удалит от человека неспосланную ему болезнь. Но если не будет на то воля Аллаха, излечение человека не произойдет даже при участии в его лечении всех светил медицин мира, самых современных медицинских приборов и новейших лекарственных препаратов. Медицина и лекарственные препараты являются лишь второстепенными средствами в излечении болезней. Если Аллах пожелает, Он делает проводимое лечение средством исцеления человека. Но если будет угодно, то даже незначительный, на первый взгляд, недуг может привести к смерти. Человек должен глубоко осознавать свое бессилие перед беспредельной мощью нашего Господа и в трудный час испытания прежде всего взывать к Нему о помощи. Не забывайте, что нет другого помощника и покровителя, кроме Аллаха. Ат-Тауаб, принимающий покаяние и прощающий грехи. Тех, которые раскаялись, стали вершить добро, исправляя себя и других, и разъясняя неспосланную истину Корана. Я приму их раскаяние, ибо я прощающий и милосердный. Человек наделен душой, склонной к совершению ошибок, прегрешений, к проявлениям слабости. Кроме того, человек имеет еще и скрытого врага – сатану, который пытается внушить человеку многое зло и склонить его таким образом к бунту против Аллаха. Но Аллах указал человеку путь исправления ошибок – покаяние.
Действительно, суть человека такова, что он способен в любую минуту допустить ошибку, совершить грех, последовав внушениям сатаны. Но сколь бы большой ни была ошибка, человеку всегда открыты врата раскаяния. Аллах примет покаяние тех своих рабов, кто искренен в просьбе и смилостивится над ними. Поэтому в каком бы заблуждении человек ни находился, утрата надежды на покаяние и исправление совершенных ошибок будет величайшим заблуждением с его стороны. Аль-Вали. Друг достойным своим рабам. Аллах – друг тех, которые уверовали. Он выводит их из мрака к свету. А те, которые неверны, друзья их – идолы. Они выводят их от света к мраку. Это обитатели огня. Они в нем вечно пребывают. У человека, уверовавшего и в мирской жизни, и в иной вечной жизни, есть один истинный друг, который не покидает его ни на минуту. Он его попутчик и помощник в трудные минуты мирского испытания. С момента рождения и до самой смерти он всегда рядом с ним, оберегает его от врагов. Он самый надежный и бескорыстный податель всех благ. Этот друг, не имеющий себе подобных, Всевышний Аллах, самый надежный, самый близкий друг верующих. Он избавляет уверовавших в Него людей от всех недостатков и ошибок, воздает им изысканными благами в этом мире и нескончаемым счастьем в мире последующем. Тогда как человек, пребывающий в невежестве и безверии, находится в постоянных поисках какого-либо влиятельного и богатого человека или какой-либо другой силы, которая могла бы помочь ему в любой ситуации и на которую он мог бы полагаться на протяжении всей своей жизни. Но при этом он забывает о единственном обладателе великой силы, всемогущем Господе миров, который сотворил его и ежеминутно обеспечивает его всем необходимым для жизни. Неверующий берет себе в друзья сатану, который не может помочь ему в этом мире ничем, кроме как злом, и лишает его радости будущей жизни в раю, заставляя его свернуть на путь, конец которого находится за вратами вечного огня, откуда нет обратной дороги. Мирская жизнь для неверного – только начало его печальной вечной участи. Это врата в мир ада. Те же, кто уверовал в Аллаха и был искренен в своей вере, вступят в достойную и благую жизнь, где нет печали и потерь. Ибо Аллах выведет верующих к спасению, покуда они будут верны своей вере и своему слову. Величайшее воздаяние в иной жизни будет даровано им. Аллах единственный истинный друг верующих в этом мире и в мире последующем. Он Аллах. Нет Бога, кроме Него, ведающего сокровенное и очевидное. Он милостивый, милосердный. Он Аллах. Нет Бога, кроме Него. Он Повелитель, Пресвятой, дарующий мир, верный, охранитель, великий, могущественный, превознесенный. Пречист он от того, чему поклоняются наряду с ним. Он Аллах, Творец, Создатель, дарующий облик и форму. Ему принадлежат самые прекрасные имена. Славит Его все, что на небесах и на земле. Он великий, мудрый.